Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Болезнь болезнью, а рыбок приезжать кормить, конечно же, надо. Вчера у меня недостаточно было осмоса на подготовку. Я вот уже пару аквариумов залил ведерко. И еще у меня 4 аквариума на то, чтобы заполнить. Ну, есть осмос, накапало немножечко, ведра 2 за ночь. И вот так вот завтра будем высаживать. Хотел сегодня, конечно же, но как получилось, что не получилось. Также наварил маночки. Вот так вот это все дело выглядит. И будем сейчас кормить рыбку. Почему я начал снимать до начала кормления? Потому что хотел показать, какая чистота. Видите? Чистота, порядочек. Рыбка худенькая. Уже заказали у меня ампулярий черных и розовых. Они еще, конечно же, не выросли. Но, в принципе, я покупал даже чуть-чуть поменьше, чем вот эти у меня, что плавают. Вот этот вот производ. Ну, посмотрим. Они еще немножко подрастут. Здесь у меня скалярия. Я даже на них и не засматривался никогда. Они здесь спрятанные такие, ну, уже большие вон там плавают. Вот видите, ну, чистота прям капец. Вчера думал, здесь пыль, но это не пыль была, а просто какая-то муть и грязь. Сомики, вот видите, много, а вон там вдали, не знаю, как показать, ребят, они так прям парят. Ну, сейчас покормятся и будет все хорошо. Вот видите, здесь чистота какая. Ну, они, конечно же, скушают все, что не дать им. Также и вот здесь вот Данюшка, смотрите, какое количество. Здесь примерно 70-80 литров. Ну, они тусуются так всегда здесь, впереди, потому что я здесь кормлю их. Этих тоже заказали, штучек 300. Вот, ребят, и надо будет это все дело подготавливать. По сомикам я забыл, ребят, у меня вот в этом вот аквариуме была икра, но там не икра, а малечек. И я смотрю, папаша сработал хорошо, но с белой самкой, потому что вот вижу черные глазки у желтых малышей, и надо их убрать, потому что посмотреть, что получилось с обычного, обычная самка желтая и супер ред. Золотухи что-то там тусуют вдали. Надо их тоже сейчас перезабросить, это вода какая-то, ну, в принципе, нормальная, но не особо. Сейчас их перекину, они здесь не рестились уже 2 раза, и я это все дело пропустил. Видите, вот икринка на фильтре. Здесь надо уборку делать, видите, ну, прям вот, лифтики перестали работать. Надо им немножко помочь. Вот так вот. Здесь тоже золотушка, но вода здесь намного получше. Я перед тем, как заболеть, здесь подмену сделал. И вот так вот хорошо это все дело выглядит. Вот видите, не хотел работать, но, в принципе, работа сама идет. Здесь золотушка проклюнулась. Маленькая, попробую макро видео заснять вот этих вот карапузов. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну и, в принципе, всю рыбку надо кормить. Смотрите, ну, чистота прям, ну, прям капец, как я просто обожаю. Вот здесь вот дно чистенькое, ну, все, красота. Ну, это мой любимый аквариум. Он зеленый, но так набросал, но что-то там растет, потому что лампы здесь работают. Даже у малечков тоже чистота, порядок, все хорошенько. Анциструсы то там, то там. Ну, в принципе, везде почти. Кроме вот этого аквариума, здесь немножко неончика присутствует тоже. Уже много заказывает неона, но не успеваю я делать, потому что то заболел, то отъезжать, то еще что-то. Смотрите, какие золотушки на племя подрастают. Ну, они как-то медленно растут. Вот эти так совсем вымахали, там капец, такие уже огроменные, тоже надо какие-то пары сформировать, они уже гоняют и не рестятся. Ну и здесь тоже растут потихонечку,
Но растут. Вот, вот браковка, видите, плавает вверх тормашками. Ну, она так с самого начала плавает, и руки не доходят у меня выбросить это все дело. Здесь конденсат, видите, какой. Ну, тернешки тоже заказали. Ну, таких вот 1.5 сантиметра и побольше. Надо будет сортировку сделать здесь, и сразу же вся тернеция, какая побольше, уедет отсюда. И вот эти вот в конденсате родители неоны, самцы, самочки. Все хорошо, ну чистота капец, это классно, конечно же. Живородочка моя потихоньку, ребят, отходит, но это так. Здесь малечек, видите, плавает. И даже желтые малинезии наметали малька. Черные это молчат, но на черных видите, какие глаза. Есть нормальные, а есть вот с плохими глазками. Но больше с плохими глазками вот этих вот чисто черных. Вот, ребят, как-то так. Работаем, начинаем кормежечку, подмены олафоруса и всего остального. Такой вот получается сегодня мини-обзорчик моей фермочки. Поехали, ребят, с вами Александр. Немножечку работаю, ребят. Рыбку покормил артемией. Только осталось вот здесь вот пару гермогенезов, и я забыл. Сейчас вот быстренько отстоялась артемия. Видите, темно, без фонарика капец. Вот, отстоялась артемия, надо покормить, пока не забыл вот таких вот гермогенезов. Надо их заснять, ребят, на вот эту макрокамеру. Посмотреть вблизи таких маленьких. И забыл покормить неончика, тот, что вон там, вон внизу. Сейчас это все сделаю, и надо еще... вот видите, опустили аквариумы под инфузорию, заменить воду у олафоруса. А то я с этой болячкой чуть его не загубил. Там почти олафоруса не было. Но потихонечку восстанавливается, и все хорошо, ребят. Работаем дальше, продолжаем. И денечек вот так вот идет. Рыбка, видите, кушает, все хорошо. Здесь вот, видите, манку не хотят, они привыкли к живой артемии. Пузо набили, такие вот толстые. Ну, а здесь вечно голодующие. Пускай вот ищут, вон там манка немножко поразбрасывалась по аквариуму. Ну, я думаю, они это дело все быстренько скушают. Таракатумы вечно прятались, но вот видите, они... здесь, вот в этом аквариуме, они только вот здесь. Не знаю почему, там в долине сидят, только вот здесь. Вот. И некоторые проблемки. Видите, губка сдулась. Здесь еще в каком-то аквариуме видел. И вот вверху. Тоже что-то мне не нравится. Скорее всего, нет, нормальная губочка вдали. Ну, это хорошо уже. Вот так вот работа продвигается понемножечку, и денечек слетает. Вот еще немножечко работы сделано. Убрал губки, которые засоренные. Пускай они работают нормально. И также убрал аулафорус. Вот видите, здесь аквариумы заполнены, и аулафорус, вода подменена. Вот столько я его собрал. Это совсем немало, ребят. Видите, как он вот так вот роится. И сейчас покормим коридоросов и какую-то мелкую рыбешечку. На сегодня осталось совсем почти ничего. Убрать малечка и еще что-то. Я уже забыл. Ну, сейчас вспомню. Погнали. Еще немножечко поработал. Собрал вот этих вот малышей. Я думал, там суперреды, но там, по-моему, нету, потому что там и черные с черными глазками, и желтые с желтыми глазками, а это... обычные, но это на взгляд. Вот смотрите, вот обычные еще собрал. Парочка на металла, немножко желтых, немножко черных, но в основном черные. Пускай подрастают, я им подготовил вот аквариум. Вот, и пускай здесь себе будут жить. И питаться отдельно от другой рыбки, потому что с другой рыбкой не особо хорошо содержать анцеструса. Они не едят и не растут, потому что другая рыбка быстренько даже ту же артемию быстро съедает. Ну и, ребят,
Сейчас высаживаем их сюда и, скорее всего, уезжаем домой. Сниму еще пару шортиков и домой. С вами был Александр. Всем приятного дня, очень хорошего настроения, мирного неба над нами. И до завтра, ребята.